Итак, давайте начинать. Чтобы нам все хорошо освоить и ничего не забыть, мы начнем с небольшого конфига, а потом будем постепенно, постепенно добавлять возможности, и он станет уже все ближе, ближе к продакшен, к реальной жизни. Здесь сейчас у меня небольшой такой проект, в нем есть модуль Home, который подключает модуль Welcome. Вот модуль Welcome. Нашей задачей будет собрать этот модуль Home вместе со всеми зависимостями в единый файл который мы подключим в HTML. Вот таким образом назовем в Build.js. Для этого мне нужно поставить webpack. Я под маком, поэтому использую суду. Если вы под Windows, то суду не нужно, но минус G обязательно поставьте, webpack нужен глобальный. Здесь я создам файл. webpack.config.js USTrict сверху не обязательно, но тоже будем его использовать модуль экспортс равно и здесь нужно экспортировать объект конфига. Документация про объект конфига есть вот здесь в Документация. Вот тут. Нам понадобится entry и output. Сразу возьму и прямо из документации скопирую сюда. Entry говорит о том, какой модуль собирать. Нам нужно собирать home. Значит, home. А output говорит о том, куда выводить. Выводить будем пока что в текущую директорию. Имя файла build.js. Готово. О, как раз поставилось. Запускаю webpack. па -бам. Тут подробная информация о сборке. Сколько времени она заняла. Какой файл включает какие модули. Кроме того, у ВПК, вообще говоря, есть большое количество всяких аргументов командной строки, которые тоже можно использовать. Но в большинстве ситуаций те же настройки есть и в конфиге, и пользоваться конфигом для нас удобнее и проще. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого я установлю статический сервер модуль NodeStatic. Это простейший сервер статики, который я запускаю сейчас в директории. И который по этому адресу будет отдавать мне содержимое директории. В данном случае меня интересует Home.html. Ведь Home.html подключает сборку. Раз. О, отлично, все работает. Вот наш Home. Вот наша сборочка. Давайте я ее для красоты открою в редакторе. Как выглядит VPEX-сборка? Давайте посмотрим чуть внимательнее, в будущем это нам пригодится. Она состоит из функции. Вот эта вот функция внутренняя VP со вспомогательными всякими переменными и так далее. И эта функция в качестве аргумента получает, видите, массив. Массив, который состоит из наших модулей. Нулевой модуль — это home.js. Видите, home.js трансформировался вот в такой вот вызов, где, смотрите, require превратилась вот в такой вот webpack require. А единичка — это номер модуля, который здесь подключается. Вот он ниже, Первый модуль, как видно, это Welcome.js сюда попал. Соответственно, при запуске вот эта вот функция внешняя vpgovская срабатывает, подключает нулевой модуль, он подключает первый, и все работает.